Убежал олень. На катанах подкрадывайся и средней кнопкой на ноже. Да, ты же понимаешь, как это происходит. Бегу, бегу по лесу, хоп, олень. Ну вот, я так на них. Да и меня как-то они и на картонах тоже видят иногда. Потихоньку ты бери этого и... Мы все забыли, что в этой игре есть блок. Не знаю, я попытался щитом тогда заблокировать удар тролля в прошлом нашем мире. Не подействовало вообще. Да, сейчас блок тролля заблокируется. Как бы тролль, и у тебя у меня деревянный, щит. Деревянный. Но он башенный был. Но это деревянный. Хочешь блокировать тролля, тебе нужен железный. Не то, чтобы я прям сильно хотел блокировать тролля, я хотел, чтобы он меня не трогал. А он меня решил потрогать. Тебе не понравилось, так понимаю. Я умер. Но я потом выжил. На меня напали тут местная гопота. А тут пауки есть в игре? Не помню, может быть. Давайте не надо. Нет. Маша очень хочет в пещеру с пауками. Нет. Да? Нет. Ну мы будем искать. Нет, дорогая. Шаман появился. Кинг? Да, который хилит мобов. Они все спамнят начали. А вы достали. Медь, наверное, плавить надо, да? Да. А ты ее нашла? Нет, мне интересно. Я ее нашел, я же нашел медь и олово. У Жеки там в сундуке лежит. А соответственно, надо плавилку делать? Да. А еще там нужны ядра. А как? Чистый изумруд. Ядра типа. Кого ядра? Я не помню. Какие-то ядра. Они, по-моему, вот в этих данжах находятся. Ну, скелет. А давайте хоть в один данж пойдем. Ну давайте, там сейчас я прибегу, правда, восстановлюсь. Бегаешь. И мы пойдем. Я только за. Ты знаешь, это... Леш, пока все не согласятся, я бы не хотела идти. Да там нормально будет. Дубинки, главное, чтобы у всех дубинки были. Просто мы вдвоем с Женей как-то сходили, чуть не сдохли. Скелет умирает с 4 ударов дубины. Отлично. 4 удара, это многовато. Ну, нас тоже четверо. Один раз ударит каждый, и все, он умрет. А если там много? А это уже другой вопрос. Ой, я стала бить сильнее, видимо. Ну, потому что прокачала навык. Ребят, поможете? Мне тут гопники на меня тут гопники напали. Я очень надеюсь, где? Что кирка не пропадет. Возле дома. Какие гопники. Древесные. Они там на кабана все время нападают, надо его чем-нибудь оградить. Реально надо ему сделать загон. Где? А где ты возле дома? Так ты. О, ты не возле дома, Лёш. Возле дома. Ты на той стороне. Да уже все. Кое-как. Ты просто убегай. Бегу. У кого сколько шкур оленей? Ноль. 10. Нам ткацкий штанок нужно сделать. Шкуры кабана нужны, шкуры оленя нужны. Ремень нужен. Подскажу, что там надо. Тратятся ресурсы, когда чинятся? По-моему, так ну, нет. Какие-то да. Так.
Что нужно на улучшение? Нужно 15 кремния, 10 обрывков, 20 обрывков шкуры. Это кабань. 5 оленей шкуры. 10 дерева. Ну ты же понимаешь, такое улучшение захочет каждый себе сделать, а не бегать к другому. Ну да. Поэтому давайте. Надо кремень копать, добывать. Давайте, добывайте себе. Надо где-то найти добычу кремния. Бля, нет. А, хотите кучу кирок себе? Кучу? А зачем? У меня рога спавнятся теперь. А, у тебя дюпаются рога? Да. Вот лучше б кремень. И кремень тоже, если хочешь. Но по 7 штучек, правда. Ну, нормально. Не уезжай. Где кремень? Прости. Сейчас. Подожди. На. Да вон он выпал. Где он? На сундуке. А на сундуке. Отлично. А мне интересно... Невозможно телепортировать? Можно что-то телепортировать в этом мире? А, да, тут да. Есть телепорты. Ну, есть телепорты, но... Но, да. Да, все. Нельзя с ресурсами телепортировать. А, блин, опять вся кожаная броня. Ну, господи, боже мой. Ну, а что, тебе опять исчезла, что ли? Конечно. Так ты говори, чтоб я сохранил. Я ж не знаю, когда... Типа вообще вот это бесит, если честно. Ну, я не понимаю, почему так происходит. Может, из-за... Помнишь, Explorer? Давай попробуем. Ну, мы же играем через Game Pass, а там, допустим, такая ошибка была, я когда проходил Atomic Heart, там даже советовалось, что, типа, игра может вылетать раз в полчаса, потому что как-то рабочий стол конфликтует. И то есть в диспетчер отключаешь Explorer, этот, Exe, рабочий стол, по сути. Здесь ещё раз, я уже не помню. Вот здесь, да. Должно. А, вот. Вот, Explorer Exe выключаешь, а в конце игры, ну, когда заканчиваешь, включаешь его наоборот. И потом я, ну, нормально прошел Atomic Heart, без проблем. Странно, но так и есть. Так оно работает. Вы мясо опять сожгли. Ты умираешь, Колесов. И привел их ко мне домой. Черт! Навык кирки у меня был прокачан на 20, а сейчас опять надо. Колесов, я все понимаю, но ты видишь, сколько их тут? Я не специально, у меня 10 хп, ты видишь? Это я не специально ко мне их привел? Я не специально убегал домой, я не знал, что они за мной пойдут. Да в любом случае мне ничего не остается. Их дубинкой, Жень. А он и друид. Шаман местный. Сейчас я его. А, блин, выносливость кончилась. Какой ужас. Шамана убивайте первого зеленоглазого. Зеленоглазый ты шаман. Да умри ты, у меня выносливость кончилась. Вот примерно то же самое. Он даже еще броню бафает, блин. Ну ж хватит убегать, чел. 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 Сколько вас тут, а? Откуда их вообще так много? Чё за бред? Спаунер там, походу. Какой спаунер? Как в Майнкрафте со свиньёй крутишь? Да, у них есть спаун, такие фиолетовые алтари. Пошли сломаем. Я не помню, как переплавлять эту медь дурацкую. Не помнишь или не знаешь? Ядра, ну пошлите в данж со ядром. Блин, у меня вылетел. Эх, ладно.
И прикинь, ты сейчас заходишь, да, и респавнятся с тобой все мобы, которых мы только что убили. Не-не-не, Жень. Да-да-да. Где мне найти только кремня? А нету кремниевых камней? Есть, вот только не помню, где они. Ладно, я пошел кабасиков мочить. Все равно они нужны. Ты решила этот кабель вообще? Да. Маша на нем все качала. Ну я вообще качалась на нем. Еще раз сохраняюсь. Окей. Открывай сундук. Опять это ерунда. Сундук не могу открыть. Чьи тут угольки висят? Блять, мои. Я забыла. Сейчас я принесу мясо. Пойду, Маша опять за шкурой оленей. Да забей. Нормально. Нифига, не уезжай. Да блять. Я не могу. А где я появился? Угу. В кровати твоей. На потолке. У себя дома, это хорошо. У нас дома. Вот хорошо, что я медь, кстати, выложил вот всю руду, вот все выложил вот так. Прекрасно. Mm-hmm. Восхитительно. Прелестно. Надо гуглить, где спавнится медь. Где спавнится вот это вот все. А я пойду поисследую данж. Не, медь, она в лесу спавнится, а вот олово на побережье всегда. Это я точно помню. Только так. И никак иначе. Никак иначе. Слезы по щекам. Что ты, дура, плачешь? Да. О, у меня сумка полная. Полная чего? Ответственность? Да. Короче, если снова выпадет такие что-то похожее на яблочки, не ешьте это. Это яйца? Нет. Надкладывай тебе личинку, да. Нет, ты выплюнешь, тебя стошнит. Так если я выплюну, меня не стошнит. Нет, тебя стошнит, и все, что на тебе, все, что ты съел, с тебя выйдет. Ну, как бы логично, да? Окей. Они с шаманов падают очень часто. Есть какой-нибудь инстинкт охотника, что ты идешь и такой учуял где-то животное рядом? Есть. Дух дятла какого-нибудь. Иногда кого-то искать лесу, это такое. Идешь что-то там. Я пошел дальше следовать. И ничего не видишь на своем пути. Ну давай, помянем. Да. На одного скелета 3 выстрела лука уходит. И бьют они, кстати, больно. Да.
Что-то мы зависли уже, пацаны. Да. Ну, скоро заканчивать будем. Да, что ли, пойдем? Mm-hmm. Лёха пошёл. Я скоро, да, уходить буду. Вот опять проблема у нас становится в обрывках кожи для свиньи. От свиньи. Да? Потому что надо разводить. А их начёты мы ещё будем тратить? Нам ещё да, нужно. Нужно, ну, кожаный верстак нужно сделать. Это мой кабан. Ты чё за ним охотишься? Подплывает он. Избу отсюда. И не возвращайся, я сказала. Тут ты. Мне кажется, вдоль реки. Ну, не реки, по воде надо сделать забор, чтобы в воде они бить-то не могут, и не будут тупо упираться в него, и все. Типа, мы их расстреливать? Нет, у нас расстреливать нет, но они тупо не смогут проплыть. И бить не смогут этот забор, да. Потому что в воде. Ну, я... Если захотят, то смогут же. Ну, мы же не можем бить в воде, значит, и они в теории не могут. Да, тут спавнер. Ледяной биом. Снежный. Уходи. Это вообще хай-левел. Там одежда зимняя нужна. Да, да, я знаю. Мы убивали тут волков уже. Потому что мы сами хай. Хай. Левел. Хай. Хай, Марф. Ребят, реально нам же нужна помощь. Я сам тут не справлюсь. Ну, что ты туда сам пошел? Там спавнер просто. Изгнивший скелет, который застрял. Да дубинки, господи, это... текстуры этого камня лагают. Можно его сломать, можно? Да, можно. Блин, даже интересно, что у меня там нож 14 уже прокачан, охренеть. Он, да, он быстро почему-то качается. Угу. Ну да. Кому камня целый сундук? Кам. Надо? Там. Каменные стены можно делать? Да. Типа что-то, да. Конечно, можешь, здесь такие замки фигарят. Ну, значит, оставляй камень. Пригодится. А как все это открыть? То есть ты вот, ну... Что? Ну, вот. Что ты делал? Надо, обязательно надо боссов, получается? Что? Ну, и боссов тоже, да. Потому что вот кирку, пока мы этого оленя не грохнули, было вообще невозможно сделать. Ну, да. Чё за дичь? Где вся дичь? В черный лес иди, тут полно оленей. Прям очень много. Я вас на карте отображаюсь, ребят? Да. Ну так спускайтесь. Спускайтесь. Кайтесь? Я не буду каяться. Такой, попуститесь. Да, спускайтесь. А ты хочешь в данж пойти? Мы что, умрем все? Не умрем, я прохожу спокойно, тут обычные скелеты. Ну как обычные? Обычные не пытаются себя убить. Не, обычные. Единственное, кто страшный был, это вот жирный, типа мини-боссика, и все. Он теперь безопасный, можете смело заходить. Так а чё мы туда пойдем, если там безопасно? Ну, я имею в виду безопасно в том плане, что вас можно спокойно дойти будет. Пойдешь, Маш? Да.
А ты, Колес? Я подумаю. О ком? Вот, поверь. Здесь голова оленя мертвого. Три. Три. Дай мне. Я на той стороне моста. Сейчас приду. Подходи. Хотя уже можно не идти, я вроде зачистил. Вот, а ты паниковал. Слышу какие-то звуки странные. Там, походу, скажу, тролль ходит. Убил кабана? Убил! Блять. Кто убил? Синий двухзвездочный пидорас. А, ну да. Говорил над полузагон. Мразота синяя. Я скажу, что нужно на плавильню, когда до дома дойду. Вот. Последнего кабана нам грохнули. Вымерли? Когда-то на этом острове бродили столько кабанов, а теперь... Да. Пошел тамплиер. Есть голову? Обалдеть. У меня, кстати, есть кости? Головы у нас в этом есть. Кости? Нет. В сундуке. Дай костю. Ты хочешь себе сделать костяную брай, этот плащ, что ли? Да. Вообще-то хорошо. Да, мне колени. Почему кости вообще нужны для плаща? Ну, знаешь, для лифчика косточки нужны, знаешь? Не знаешь. Нет у тебя костей, Маш, ты наебал. Наверху. Где? На каком верху? Там, где камни? А, тебе просто костей, костяных рогов. Вот кости, зачем мне рога? Рога-то. Маш, ну кости есть. Это кости, рога это рога. Я понимаю, что состоят примерно из одного... Рожки да ножки. Вещества? Со скелета в кости падают. Я знаю. Ты принесешь? Сейчас тамплиер принесет, да. Всем. Всем плащи сделает. Но... Ну вот, он даже согласен, видите, ага. Как приободрился. В принципе, ладно. Так, только мне надо... Вот мне надо, чтобы кто-нибудь помог это все донести. Что все? Мясо, он тут лежит, оленя, голова, кремень у меня с собой. Сейчас приду. Мясо оленя, ладно, я возьму. Голова. Донесу. Уже иду. Ты тут откуда? Короче, скелетов, да, именно что, с дубины хорошо валить. О, это шо? Тошника. Не ешь ее. Да я понял, да. Я съел. Ну попробуй, вкусная дичь. Очень. Вам нехорошо? Кажется, у вас расстройство желудка. Да это первое время, потом привыкаешь. Я понял. Так, ремесло. Так, на гор нужно 20 камня. На плавильню, на уголь. Угольная плавильня то же самое. Ну, стройте дом, где будем это все делать. Нам нужно именно большое пространство. Дай костей. Олень. Тихо. Да потом, дай костей. Сколько тебе надо? 5. 5 костей. Да как на. Вот. Где олень? Куда он убежал? В загон и накормить. Ребят, злые пеньки опять возвращаются.
Где олень? Куда он убежал? Тут олень был. Да он где-то здесь бегает, он на той стороне у меня, наверное, где-то. И тут спавнится иногда. Шкуры нужны олени. Мне одна шкура. Там же 5 шкуры нужно. Сейчас, Маш. 5 шкуры для чего? Для плаща. Да. Оленя? Оленя? Да, да, да. Нет? У меня 6 штук есть. Да все уже. Пеньки. Ребят, я вам все отдам, только помогите мне от этих пеньков избавиться. Ты заколебал их к моему дому таскать. Они сами. Я не знаю, твой дом просто здесь стоит, как ворота. Давай его укрепим. О, кабан приплыл. Вот, кабан. Нужно... Блин, еще кабан меня сейчас отфигарит. Будь здоров. Правду говорит. Вы можете помогать, Максим? Да, да, да. Господи. Сейчас отхилюсь. Кабана надо, он уплывает. Ну, агри его пока что. А я что-нибудь построю. Дерево у меня как вроде не было немножко. Загу. Иди сюда, плывай. Бол, не мешает. Привет, кому там помочь? Сделай быстро. Ты подожди, надо ж. Где пенек? Ну, кого там выцеливаешь, Маш? Не, все, он уплыл. Ну даже если он уплыл, надо построить на будущее. Он не... Он от меня не уйдет. Чудо-собака. Уплыл он. Он хитрый муф, он возвращается. Жень, сохранись там. Блин. Я же забыл, что шкуру оленей собирал на другое. Сохранился. Спасибо. Надо место под плавильни ставить, взял? Ребят. Дай хоть один, Что дать? Дерево. У меня дерева вообще нет. Кремень! А, сейчас. Отобьюсь от пеньков. Он в голове у себя отбивается. Ты, наверное, да. Подумала. На Женин дом опять пеньки покушаются. Капец. Да ты куда ж? Так, вы мне оставили такое место. А что, рядом с нами было усилить? Пацаны. Пьер был в какой крипте? Которая близко к нашему дому или где-то далеко? Ну, за мостом где-то. За мостом я был в крипте. А у нас здесь есть, которая прям рядом с Жениным домом. Опять. О, давай туда сходим. Опять. Маш, прикрываем. О, спасибо. Меня потолкнули. Валим их. Лучники! Да блин, выносливости ноль. Поешь. Я сытая на полную. Ты где этот уже молот себе сделал? Колеса? Я его считерил. Откуда у тебя этот молот? Я его считерил. Не, серьезно. Скрафтил, умею такое делать. А что там на него надо? Оленей голов. Сколько? 5. То есть ты все оленей головы, что в сундуках лежали, взял? Нет, я все оленей головы, что Жека мне отдал, взял. Еще у меня после босса оставалось парочку. Я просто сундуки складывал. А я чуть не вижу этот молот. Может, ты не открыл рецепт. А как его открыть? Не знаю. У меня рецепт плавильни, например, тоже нет. А посмотри, блин, а как это рецепт открыть? Слушай. Ты, тварь, ты заколебал бегать, пугать меня. Банально.
Я не достроил еще. У меня дерево кончилось, я пошел добывать дерево. Ого, а кабан может в воде драться. Морская свинка. Что хотите сказать, что малина утонула? Она нет, утонула. В смысле? 28 малины. Ну да, предметы тонут. Извините. Еще эхо там. От Лехи. Простите. Блин. У кого есть древесина? Я сам пошел долбить.